Андрей Калечев, несмотря на молодость, лидер в этой весовой категории. Он действительно стал вторым призером чемпионата Европы в Праге, который проходил в 2016 году. Причем имел все шансы победить. И в 2017 году, в канун чемпионата мира, конечно, мы на него рассчитываем. Тактические проблемы в основном для него существуют в начальных фазах поединка, скорее в ударном взаимодействии. Да, все-таки ряд спортсменов имеют относительно большую длину рук и имеют преимущество в ударной технике. Главное преимущество Андрея, безусловно, это партер. И именно здесь он будет добиваться преимущества. Но, безусловно, это наша медальная надежда на предстоящий чемпионат мира. На финал вышел более заряжен. Ну, что могу сказать о сопернике. Он еще более молодой. Ему не хватает опыта. Как очень хороший парень. В дальнейшем ему желаю только побед. В весовой категории до 60 килограммов победил Бабаниязов. Серьезно прогрессирует последние годы. Очень хорошо и тонко чувствует бой. И, по сути, это внесло определенную конкурентность, повышенную в этой весовой категории. Но, наверное, настоящие фавориты проявятся на Кубке Республики, который пройдет буквально вот в последних числах марта. Каждая победа больше мотивирует, дает мотивацию, чтобы опять стать чемпионом, завоевать все тут-то. Принципиальное противостояние Евгения Перепечина и Виталия Андруховича длится уже не первый год. А в этом году как на чемпионате по ММА, так и на прошедшем чемпионате по рукопашному бою победил Виталий Андрухович. Он очень серьезно прогрессирует в последнее время. И я думаю, у него есть медальные шансы на предстоящем чемпионате мира. Болел перед соревнованиями, чуть во втором раунде задышал, но он больше задышал. Я уже начал напрягать его и уже второй раунд забрал, потому что первый раунд я, наверное, проигрался. Противостояние в финале Павла Николаени, да, всегда, с кем бы он ни соперничал, носит принципиальный характер. Сейчас он работал в такой достаточно низкой стойке, пытался найти момент для атакующих, нокаутирующих ударов. Но спортивный рукопашный бой будет немножко по-другому формировать тактическое взаимодействие. Нужно зарабатывать очки, баллы и так далее. Все-таки он больше нацелен на скоростной компонент. Поэтому, я думаю, тренерский штаб знает, над чем работать. Ну и у Павла есть все возможности перестроиться. Соперник по финалу был безумно неудобный стилистически именно под меня. Он базовый борец, как мы видели, не проявлял никакой активности в ударной технике. Однако в борьбе превосходил меня на пару голов. Однако в конце мне удалось забрать, возможно, решающий победный балл за счет технического действия именно в борьбе. Очень принципиальный бой. Дмитрий Родок победил заслуженно, хотя, наверное, мнения судей разошлись. А недостатки финалистов, они, наверное, у каждого свои. Ну, а отличительные особенности бойцов, представляющие и 32-14, клуб «Шок» и так далее, это всегда волевая нацеленность. Поэтому у этих бойцов всегда стоит поучиться именно этим мужским и настоящим спортивным качествам. Не будем забывать, что «Аквариум» — это клуб, созданный на базе университета, кафедры спортивных боевых единоборств, специальной подготовки. И многие спортсмены — это студенты, которые поступают. Это молодежь, 18-19 лет, в основном они в этом весе. Значит, Андрей Пивоваров сегодня как специалист привлекает достаточно много перспективных спортсменов. Они стремятся к успешному тренеру. Спасибо, мне это очень приятно, на самом деле. Во-первых, была проведена очень большая работа подготовительная, в том числе там утро, вечер, дневные тренировки какие-то. Но
это вдвойне приятно, потому что уровень намного вырос по сравнению с предыдущими даже годами. Это, может, даже связано и с появлением грэпплинга, что люди стали бороться. Борьба стала намного более динамичной и более сложной. Я бы сегодня вот даже рассмотрел такой белорусский феномен. Подготовка не столько в клубе, сколько у специалиста. Да? Вот такое проявление авторских школ сегодня по-своему даже интересно. Денис Магер, безусловный лидер белорусской команды, неоднократный призер чемпионата Европы и мира по рукопашному бою, по ММА, имеет весь необходимый перечень качеств, позволяющих побеждать на мировых форумах. Ну и, безусловно, иметь элитного бойца в полутяжелых, тяжелых весах крайне интересно. Денис выступал в прошлом году даже в восьмерке абсолютных финалистов, тяжей ведущих в рукопашном бое и достаточно успешно противостоял сильнейшим бойцам. Поэтому я и как руководитель федерации, и одновременно его болельщик и педагог, Денис, студент университета физкультуры, желаю ему удачи и считаю, что он достоин самых высоких побед. Конечно, мне придало опыт на таком победном таким соперником. И планирую в дальнейшем все не снижать кондиции, дальше тренироваться, пахать, добиваться только высших вершин.